Всем привет, друзья! Сегодня будет обзор из магазина Fix Price в городе Челябинск. Пробежимся по полочкам, поищем новинки. В планах зайти в два магазина, этот на Чичерина 37Б. Набор свечей 3 штуки, обновились цвета. Диаметр 60, высота 60, 80 и 100. Теперь в белом, кремовом, фиолетовом и сером цвете за 149 рублей. Автомобильные ароматизаторы 51 рубль. Выглядят они как смайлики. Подвешивается за веревочку на зеркало. Ароматизаторы в разных цветах, со своим определенным ароматом и эмоцией смайлика. Наколенники пара за 99 рублей. Крепится к ноге с помощью резинки, которая на липучке. Серый цвет, зеленый и внизу еще черный. Нужная вещь для тех, кто лазит под машиной. Сливки для тела 250 мл стоимостью 55 рублей. Первое — это воздушные сливки, увлажнение и мягкость. Аромат у них очень приятный и, я бы сказала, ненавязчивый. Второй вариант — это активные витамины. Здесь мне аромат меньше понравился, а по составу почти одинаково. Напоминаю, что в пластиковой упаковке продаются маски для лица от Сэндом за 99 рублей. В такой упаковке 4 тканевых маски. Это целый полноценный курс, питательные, подтягивающие и увлажняющие с авокадо. В наличии много. Новая детская зубная паста Colgate для детей 6-9 лет. В коробочке тюбик объемом 50 мл и стоит она 99 рублей. Эта паста имеет вкус нежной мяты. Еще одна детская зубная паста Silcomed, только уже с зубной щеткой в придачу. Стоимость 77 рублей. Гелевая зубная паста с кальцием, экстрактом липы и шалфея. И последняя детская паста, которую я хочу вам показать, тоже от Colgate. Называется Доктор Заяц и стоит 55 рублей. Гелевая паста со вкусом клубники от 2 лет. Огромное моющее средство Nan с ароматом сладкий лимон. Имеет удобный дозатор. Можно мыть детские принадлежности. Раньше порошок от этой фирмы был. Объем 900 грамм, 149 рублей. На выбор 3 отдушки, древесный уголь, сладкий лимон и зеленый чай. Шампунь для волос Шаума, стоимость 99 рублей. Подходит для нормальных и жирных волос, объем 380 мл. Набор накладных самоклеющихся ноготков, стоимостью 99 рублей 24 штуки. Узор будто бы нарисован кистью, и в наборе ноготки ни одного цвета. Отличаются формой, если пробовали, хорошо ли они держатся. Появился набор подарочных пакетов из 2 штук. Сами пакетики матовые, но есть вкрапления с блестками. Размер 19 на 7,5 на 19, цена 55 рублей. В наборе они одного цвета, но на выбор представлено несколько. Пакеты выполнены из бумаги, причем не самой тонкой. Думаю, будут хорошо держать форму и подойдут любому полу. А вот и новые пакеты к 23 февраля. Размер 18,4 на 22,8 и шириной 10 см. Прочные. Подарочные пакеты стоят по 27,50. С краю нарисован ярлычок с поздравительным словом. Так как эти пакеты предполагаются к 23 февраля, все расцветки соответствующие. Почти все эти пакеты с рисунком клетки. Веселая пианино от Play The Game. Игрушка за 199 рублей. Размер ее 24 на 46 сантиметров. И есть дополнительные вопросы на коробке. Вот так выглядит пианино в развернутом виде. Блок с кнопкой и микрофоном. Само пианино мягкое, и оно сворачивается. И не занимает много места. Игровой набор детский пазл. Развивает ловкость и моторику ручек. Каждый пазл состоит из 2 элементов. Какие пазлы в коробке, указано на обратной стороне упаковки. Животные в наборах абсолютно разные. Мне кажется, так их можно даже изучать. А в этом наборе вы найдете персонажей из сказок. Цена игрушки 77 рублей. В магазине также есть мягкий пазл-коврик. В одной такой упаковке 6 элементов 29 на 29 сантиметров. Большой напольный пазл с картинкой стоит 199. А вот на предыдущем цветном стояла цена 149. В канцелярии обнаружила интересный набор для творчества. Это магниты, полимерная глина. Набором можно пользоваться от 10 лет под присмотром родителей. Внутри вы найдете несколько цветов полимерной глины, магнитную полоску, зубочистку и инструкцию. В инструкции написано, какие предметы можно сделать именно из этого набора. А также вам нужно будет использовать плоскогубцы, канцелярский нож и духовку. Всего в магазине нашла 4 набора.
Думаю, именно такие фигурки можно слепить из того, что внутри. На коробке вроде бы нигде не указано, какие внутри цвета, поэтому ориентируемся только по картинке. Новиночка от бренда Lori за 77 рублей. Полотенце Papia Deluxe 4-слойное за 77 рублей. Это один рулон, в котором 140 листов. Полотенце бумажное «Мягкий знак» в упаковке 2 рулона, которые заменяют 6. 2-слойное за 199. Около кассы нашла игру «Безумно», и я так понимаю, это аналог игры «Уно». Увлекательная игра стоит 99 рублей. От 2 до 10 игроков. В отделе с посудой тоже новинка. Тарелка с широкой полоской по краю. Диаметр 26 сантиметров, фаянс за 99. А это уже новый салатник с тонкой полосочкой по краю. Объем 1,2 литра. Сделано из фаянса, стоимость 149 рублей. Необычная новинка нут, турецкий горох. Идеально для приготовления супов или хумуса. 400 грамм, чистый вес 220 грамм. Нут, вода и соль, больше ничего. И даже есть рецепт хумуса. За 77. Я зашла в магазин на Академика Королева 10, для того, чтобы найти новинки, которых не было в том магазине. Нашла очень милое зеркало за 199 рублей. У зеркала есть сзади отсек, в который можно положить различные мелочи. Круглое, на ножках и есть хвостик. Над зеркалом располагаются два блестящих ушка. При желании их можно снять, но в этом нет смысла. Зеркала-зайчики представлены в трех цветах – белом, сером и розовом. У белого и розового золотые ушки, у серого – серебряные. А еще в магазине все еще в наличии есть зеркало, у которого нет ушек, но форма точно такая же, и стоит оно 149 рублей. Появились новые цвета дорожных подушек за 199 рублей, теперь полоска есть еще и красная. Внутри расположены мелкие шарики, есть и стандартные цвета серый, коричневый. Снова привезли эти чудесные длинные веточки. В прошлый раз я говорила, что это эвкалипт, но мне сказали, что нет. Цена 149 рублей, подорожали. Раньше были за 99. Лучше всего эти веточки смотрятся, когда их много, с другими цветами сочетаются. А как вам такая веточка? Напоминает кустовую розу. Здесь один бутончик маленький и два больших. По длине она, мне кажется, короче, чем предыдущая зеленая ветка. Издалека очень даже реалистично выглядит. За 199. Настоящий цветник можно создать дома. Розочки бывают не только розовые, но и красные. Я думаю, выбрать можно, нужно лишь покопаться. За 77 рублей георгин кактусовый, одна штука. Растение представлено в нескольких цветах, в белом, оранжевом, розовом. Если уже покупали, напишите, как они вам. Полное описание на обратной стороне картонки. Также в продаже появилась бегония, одна штука. Аналогичная стоимость 77 рублей. И бегония отличается уже не только цветом, но и своей разновидностью. Если вы искали орхидеи, то в этом магазине они тоже есть. Отличный вариант для тех, кто не высаживает настоящие растения, но хочет такую красоту дома. Декоративные цветы стоят 199 рублей. Есть розовые с белыми вкраплениями. Смотрите, что еще удалось отыскать. Это держатель для карт стоимостью 55 рублей. В фигурку вставлен металлический штырек с прищепкой. Можно прицепить не только карты, но и фотографии. Две формы нашла, либо часы, либо фотоаппарат. И они как будто бы состаренные. Если вы задумываетесь о празднике 23 февраля, то в продаже есть подарочный набор, блокнот и ручка. Блокнотики отличаются по цвету и стоит набор 99 рублей. Еще один полезный набор включает визитницу и ключницу, а также настольный набор стикеров с подставкой под ручку в коричневом и черном цвете. Полезная деталь, если вам часто приходится что-то записывать. Еще в магазине Fix Price вы найдете фляжку 142 мл, на которой нарисованы горы. Есть и другой вариант, тоже 142 мл, изображен будет один из четырех диких животных. Открывалка для бутылок интересной формы в виде самолета, а также штурвала стоимостью 99 рублей из нержавеющего сплава. Необычные поздравительные конверты стоимостью 99 рублей. Открытка деревянная, внутрь помещаются деньги и даже можно что-то написать. Задумка интересная и точно запомнится конверт. На конверте можно встретить разный рисунок. Цветы, бантики, сердца, воск, спрей сияния, легкая укладка для волос. Подходит для всех типов, стоимость 77 рублей. Рассыпчатость волос без утюжка. Есть и другой вариант, антистатический. Симпатичное зимнее оформление. Надо обращать внимание, что есть крышка на дозаторе, а термозащита уже давно в продаже.
Гель для душа ФА, цена 99 рублей. Цветочный аромат 250 мл. Состав стандартный, сушить не должен. Очаровательные длинные носочки в виде лапок. Цена их 99 рублей. На ощупь данные носки довольно толстые. Размер с 36 по 38, подкручены сверху. Состав 88 хлопок, 11 полиэстер и есть эластан. Ручная стирка. Всего в магазине я нашла 5 вариантов, и только лишь одни лапки полосатые, а все остальные в разноцветных пятнах. Полочки забиты головными уборами, очень много женских шапок. Как с теплым подкладом, так и без. На некоторых шапках встречается декор. Я тут вытащила целую стопочку. Есть и цветные, однотонные. Стоят они по 199 рублей. На обхват головы 56-60. Ценники очень неудобно приклеивают. Чтобы увидеть состав, надо постараться. Визуально некоторые шапки уже, а какие-то шире. Цветовая гамма тоже разнообразная. Есть темные, есть светлые. И то, что я достала, это еще не все. Так что, если вам срочно нужна шапка, то точно приходите в FixPrice. Тут они есть на любой вкус. Конфеты волшебница, трюфель сердца. Такая красивая упаковка в сердечках. Отличное дополнение к подарку на 14-е. В упаковке 100 грамм. Конфеты на растительном жире с добавлением сахара и какао-порошка. Выглядеть они, скорее всего, будут как на картинке. Думаю, за 55 рублей отличная покупка. Решили попробовать в фикс-прайсе вот такой муравейник медовик. 77 рублей он стоит, 340 грамм. Состав, конечно, аховый. Посмотрите, сколько ешек, но мне просто стало интересно, как он выглядит в реальности и вкусно ли. Ну, хотя все, что с добавлением Е, обычно вкусно. Ладно, давайте пробовать. На этом обзор полочек из магазина FixPrice заканчиваю. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, оценивайте новинки. Всем отличного настроения, хороших покупок. Пока-пока!